Ты типа задаешь вопросы, я отвечаю. Да. Маша, что скажешь? Ну, скажите, что почему вы решили пройти профтестирование? Что для вас послужило вот таким толчком, чтобы. Мне хотелось убедиться в моем выборе, в выборе моей профессии. Будущее. Да, будущее. Поэтому я. Я надеюсь, сюда. Нам этот тест даст возможность правильно выбрать. И он, в принципе, подтвердил наши догадки. Большое спасибо организаторам, удачи им, чтобы на следующие, последующие года отбоя не было от клиентов. И по субботам, воскресеньям работали. В общем, спасибо вам большое, удачи. Скажите, а что вы хотели пожелать тем ребятам, которые только задумываются о выборе профессии? Надо очень серьезно подходить. Конечно, это выбор очень сложный, но важный. И желаем пользоваться услугами вот таких тестов, профессионалов, может быть, психологов, чтобы серьезно подходили. И, слава богу, сейчас есть с чего такая выбрать. Возможность. Есть такая возможность, да, потому что это достаточно дело новое. В общем, пускай дерзают, пользуются, и все будет хорошо. Спасибо. Хорошо.